Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем игру «Битва чемпионов» от Марвела. Так, ну что же, сегодня мы начинаем, наверное, с вами новую главу. Так, чудесная команда, это все понятно. Так, все награды за сегодня. Давайте посмотрим по календарю, что там у нас. Непонятно, как всегда ничего не понятно, ребята. И как всегда будем с этим разбираться. У нас кристалл есть. Одна штука, где он находится? Ага, вот. Ну, давай посмотрим, что ты нам там дашь. Иза, а нет, смотрите-ка, это у нас на персонажей. Дай-ка что-нибудь хорошее. Давай трехзвездочного мне. А, здесь только двух. Ну, ладно, пускай двух. Ну? Ёлки-палки. Это у нас носорог из Спайдермена, если не ошибаюсь я. По-моему, да. Носорог. Новый чемпион. Нет, улучшать мы его не будем, ребята, потому что не хочу, я его не знаю, как он себя проявляет в бою и стоит ли вообще его качать, какие у него удары, в конце концов. Так, ребятушки, кстати, да, я одну серию, ребят, забыл выставить. Если вам нужно, вы мне напишите в комментариях, там как раз я получаю этого магнита и еще там у меня кто-то. Просто так как мы уже ее пропустили... Есть ли смысл выставлять или нету. Но если вам интересно, могу выложить. Так, ну что, давайте поможем друзьям нашим. Друзьям нашим. Кстати, да, в той серии было, как я вступал в клан. В общем, вся эта фигня. Так, общие. В общем, пока ничего нету. У нас остается только лишь в бой, да? Да, видимо, нам нужно идти. Кстати, вот здесь я тоже не разобрался, ребят, что нужно сделать? Нужно набрать определенное количество очков за определенное время, чтобы получить вот эти вот бонусы. Но где и за счет чего их получать, я пока не знаю. Так, ну что, обзор заданий у нас, и мы с вами приступаем ко второй главе, которая называется «Нападение адаптоида». Ну что же, поехали! Так, состав команды. Нет, естественно, ребята, я буду его менять. Кого бы взять-то мне, а? Давайте возьмем, естественно, кабеля. И, может быть, носорога взять. Давайте носорога попробуем. Если что, ребята, заменим. Ну и, естественно, нам нужно взять зверюгу с собой. Как говорится, для прикрытия. Все, принимаем. И начинаем. Слушайте, носорога, может быть, я даже и зря взял. Че это он сразу ко мне в команду сюда впилился? Так, поступает новое сообщение. Здорово, призыватель, вижу, ты уже познакомился в мире битвы с... адаптоидами. Нет, я только знакомлюсь. Я адаптоид. Очень рад. А я Рэй. Черт, я пропустил подсказку, там была какая-то подсказка. Что такое? Адаптоиды сделают битву более привлекательной. Оценка угрозы, выбор плана действий. Да я тебе сейчас выбор плана действий такой сделаю. Слушай, ребят, ну это лашпен, по-моему, да? И мы, наверное, с вами возьмем для пробы... Да, именно носорога. Я сейчас просто-напросто разорву ему одно место в хлам. Я надеюсь. Ну и заодно посмотрим, что он из себя представляет. Ой, елки, да ладно тебе. Какой-то, если честно, ребят, да хорош ты. Неповоротливый, дай удар. Это адаптоид, а? Вообще, я не помню, кто такие адаптоиды, если честно. Но, видимо, такие ребята существовали в свое время в каких-то комиксах, может, даже в фильмах что-то хочет делать. Ага, прописал он мне все-таки удар. Нет, ребят, не нравится мне носорог, честно вам скажу, мне он бесит даже. Так, может быть, суперудар сделать, а? У нас как раз он накопился. Посмотреть хотя бы, что он из себя представляет. А то мы так будем, знаете, долго тут сиськи мять. Да успокойся ты... Ах ты гад, ну теперь я сделаю. Так, так. Ух ты. Ну, дешевенький, честно сказать, удар у него, супер удар. Мне не понравился. Нет, я очень расстроен, не хочу я им играть. Носорог победитель. Нет, может быть, конечно, в дальнейшем, когда он будет раскачан и будет у него больше звезд, он будет из себя что-то полезное представлять. Но на данный момент ничего хорошего я в нем не вижу. Ладно, ребята, продолжаем. Это было мое субъективное мнение. Я тут новичок, может быть, где-то что-то ошибаюсь, но по первым признакам я говорю, что как есть. Так, опять же, у нас новое сообщение. Призыватели, эти врата открываются только в присутствии мутантов. За ними тебя ждет бой, но награда достойна битвы. Да?
У меня, по-моему, вся команда из мутантов состоит, елки-палки. Куда рванем, ребят? Я думаю, что надо идти по верхней строчке. Как вы думаете? Поехали сюда. Фиг с ним. Так, что здесь такое у нас? Ага, ага. И опять у нас адаптует. Причем каждый адаптует с каким-то определенным знаком. Видимо, пентаграмма это что-то означает. Может быть, там телепат или токсический какой-нибудь. Хрен его знает, короче. Давайте. Будем наказывать его, ребята, зверем. Ну, я думаю, что все это, знаете, как в бирюлечке поиграть просто-напросто. Все, лежит и отдыхает. Причем от кровотечения и сдох, гаденыш. Так, ладно, не будем здесь долго мешкаться. Будем сразу идти на пролом. Так, мне нужно как можно быстрее пройти эту фазу всю. Уж больно мне интересно посмотреть, что там дальше нас будет ожидать. Они как дети. Дети-убийцы. Режим ответных действий. Агрессивный. Это я-то агрессивный. Ну, в принципе, ты прав. Я агрессивный. Ну что, ребята, давайте возьмем, наверное, кабеля. Будем за него играть. Сейчас я ему надеру пятую-то точку. И причем я думаю, что это будет без проблем. Ух, понеслась. Так, надо будет... Да, что ты... Ну, выделывается, гаденыш. Слушайте, довольно неплохо мы разбираем. А ну-ка... Оу. Так, давай-давай-давай, подходи, гаденыш, я тебя сейчас... Вот, ах ты, гад, сбил он мне удар. Ну, тормоз, а, на-ка, выкусил свое. Я сейчас ведь накоплю суперудар, я тебе так прохерачу, что мало тебе не покажется. А-а-а. Понравилось? Черт, он еще выделывается. На дорожку. Ну что же, ребята, как-то вот так вот. Кабель у нас победитель, да? Это у нас, как мне сказали, сын циклопа. Ну, того циклопа, который стрелял лазером из глаз. Ну что же, двигаемся с вами дальше. Сюда, что ли? Ну да, ребята. Так вот, оп. Ага, а последняя у нас будет, я так понимаю, алая ведьма, да? Хорошо. Давайте, наверное, с вами возьмем опять кабеля. Будем играть именно за него пока. Уж больно мне хочется посмотреть, какие у них вот эти вот суперудары, когда три шкалы вот этих накопить. Просто хочется глянуть. Кстати, у зверя я тоже не видел, когда накопить полностью три шкалы нижние. Че прикрываешься, олох? Адаптует. Это какой-то даже фиг знает. Андроид, не андроид, человек, не человек. Гуманоид какой-то, вот. Назовем его так. Да, это гуманоид. Не сформировавшийся, у которого даже нет лица. Да, по большому счету, оно ему и не нужно. Нам-то все равно, какая разница, какую пачу бомбить. Верно, ребят? Ну что же, очередная наша победа. Получаем там немножко опыта. Из-за камней вот эти, все это понятно. И вот у нас алая ведьма. Да-да-да. Давайте ее раздеребунькаем. Что она хочет? Хочешь отведать магии хаоса? Конечно, я помогу тебе в этом с удовольствием. Это она мне говорит. Ну, блин, алая ведьма, сейчас ты будешь кровавая ведьма, блин, у меня. И над этим поработает, я думаю, да, опять же будет кабель. Для зверюги это слишком, так сказать, нежное мясо. А вот для кабеля это будет хорошая тушка. Поехали. Так, алая ведьма, алая роза на куче навоза. Так, у нее есть хоть какая-нибудь магия-то? Она же грозилась испепелить меня вроде бы. Но пока я вижу, что я ее тут теребунькаю, причем довольно неплохо. Надела на себя костюм тут такой непонятный. Думает, теперь она крутая. Ребята, у меня назревает. Вот, у меня уже две накопилось. Ну-ка. Ох ты, бомбанула все-таки она. А ну-ка проверим. О-о-о. Это лишь две, ребята, ячейки накоплено было. А вот надо посмотреть, когда будет три. Так, ладно, я надеюсь, в будущем мы это все глянем. Самое-то главное, что у нас все это завершено, ребята. Первая, так сказать, фаза угрозы мы прошли. Исследовано 60%. Ну, грубо говоря, половину мы прошли. Так, и у нас начинается следующая глава. Адаптоиды были созданы в мире битвы. И они не любят чужаков. Обнаружены чужаки. Таких, как ты, призыватель. Я чужак? Для меня эти адаптоиды чужаки. Поэтому я, ребят, я буду с ними разбираться.
Так, что у нас тут? Два кристалла. Главное, слушайте, а как мне поменять свою команду, а? Я могу? Я хочу убрать этого носорога. Прочь с глаз моих. Мне он не нравится, он меня бесит. Так, непрочитанных 9 сообщений. Что тут такое? Гамбит доступен на новых аренах. Что за бред? Так, отправиться к форум Кабам. Не хочу никуда отправляться, ребят. Я хочу оставаться здесь, продолжать воевать. Только дайте мне, пожалуйста, заменить мою команду, мой состав. Так, ну, что тут у нас выпадет? А я, в общем, верю сейчас на здоровье, как всегда. На здоровье выпадет, да? У нас кристаллик. Ну, я как в воду глядел, ребят, смотрите. Зелье здоровья 2 уровня. Очень приятно познакомиться. Так, хорошо. У нас еще есть 2 кристалла, но я так понимаю, что это, наверное, обычный, да? Смотрите, востребовать, тут открыть. Давайте-ка вот это мы попробуем. Это такой же, да, у нас? На здоровье, если я не ошибаюсь. А, нет, смотрите, на... А, это вообще новый какой-то кристалл. Такого у нас раньше не было. Ну и что же нам выпадет? Давай героя мне какого-нибудь хорошего. Оу. Нам выпадает Гамора. Но всего лишь с 1 звездой. Это вшивенько и противненько, если честно. С 1 звездой. Ну куда ж ты нам, а? С 1 звездой-то, блин, слабенькая. Ну ее можно, в принципе, и раскачать. Это, конечно, никто еще не отменял. Так, войны союзов. Я в этом еще, ребята, не совсем разбираюсь. Очень много здесь для меня всяких вот этих вот показателей, куда можно сходить, куда нельзя. Не знаю, что нужно делать, что не нужно. Если вы, ребята, в эту игру играете и знаете конкретно, где можно раскачаться, где можно получить персонажей, пишите мне, пожалуйста, в комментариях. Как бы я новичок, помогите мне, так скажем. Иначе я тут буду очень и очень долго разбираться с этим совсем сам. Так, у нас глава 1 дикий. Это что такое? Задание недоступно. Ага, потому что... А, ну правильно, мы не завершили акт 1, глава 2, война. Закончить? Нет, ребята, лучше я закончу его своими путями. Ну, то есть сам его допройду, а уже потом можно будет сюда сигануть. Почему, в принципе, и нет. Так что давайте-ка, вот как мне этого хламона-то убрать, а? Все, забыл, что его надо поменять мне. Так, адаптоид какой-то у нас с пробиркой, я не знаю, что это означает. А ведь должны же где-то написаны быть вот эти вот подсказки, да? Вот на звере ДНК, на адаптоиде зеленая пробирка. Что это означает? И какие элементы против каких сильнее? Так, оп-оп-оп. Не, адаптоиду здесь не жить, ребят, вы посмотрите, ну что это просто для меня, знаете, плюшевая игрушка, блин, в зубах злобного пса. Просто как тузик грелку разорвал, вот и все. Даже и не поморщился. Единственное, что у нас, конечно, тратится здоровье, но у нас также есть подхилы, где мы сможем с вами все это дело восстановить. Так, давайте пойдем вот по этому пути. Ух ты, смотрите-ка, засаду нам еще какую-то тут устроили. В честь какого такого праздничка-то, а? Ну, видимо, какая-то новая очередная жертва захотела сдохнуть. Придется, ребята, устроить. Так. Что у него там? У него 98 к атаке, а у меня, извините меня, 863. Ну, это просто уму непостижимо. Так, как вот меня вот эта вот фигня бесит, а? Как бы ее пропустить, я не знаю. Так, ну что, следующий адаптоид у нас, а потом будет Капитан Америка, да? Адаптоиды — порождение мира битвы, они как растения. Опасная флора таинственного мира. Уничтожить всех чужаков. Слушайте, у вас что-нибудь в голове еще, кроме уничтожить, да, то, что мы там враги обнаружены, еще что-нибудь есть? Или нету, нифига? Хотя у вас, наверное, там и мозгов нету, вы чисто на интуициях живете. Интуитивно. Ну-ну-ну-ну, бежит, а? Куда разогнался-то, а? Сыч! Бесформенный, блин. Да? И было тело, и не было у него лица. Но только лишь кровавое мясо было у него вместо лица. Так, ну что, дегенерация у него. О, он тратит здоровье, ребята. Так, все-таки не получится у нас, ребята, заработать 3 нижние шкалы вот на этих вот ватных сосунках. Слушайте, а у нас кабель, я так понимаю, из компании X-менов, да?
Потому что у него вот этот вот значок на груди X-меновский. А что я спрашиваю-то? Если циклоп X-меновский, то и он точно, да? Надо включать логику, Рэй, логику, ё-моё, блин. А не задавать глупые вопросы, а потом же самому и отвечать на них. Ну что, Капитан Америка у нас здесь однозвездочный. Даже не знаю. Зверям будет слишком легко, ребят, слишком легко. Но зато безопасно. Черт, я самое главное, что забыл, как поменять вот чемпионов-то своих. Или я не могу уже сменить состав, а, ребят? Мне такое ощущение, что я уже как зашел, и все, поменять уже не могу. Только если отказываться от битвы. Видите, улучшение информации и продать. Кстати, вот эту Гамору однозвездочную можно будет, наверное, и продать. Интересно, насколько мне по деньгам выйдет? Катализаторы. Предметы в запасе. У тебя в запасе есть невостребованные предметы. Не забудьте получить их, пока они доступны. А где они доступны? Я в упор лично их не вижу. Сейчас у тебя в запасе нет катализаторов. Зашибись. А зачем вы тогда во мне пишете, что забрать их надо? Да, логики, конечно, здесь нет вообще никакой. Эх, Человек-паук однозвездочный. Блин, очень много героев у меня однозвездочек, ребята. А мне нужно... Так, давайте продадим, а? Как говорится, подчистим ряды. Нам, конечно, дали какой-то там лут с нее. Так, а ну-ка. Опачки! Это слишком много, давайте попробуем вот так вот, потихонечку. Так, ну, на десяточку накопим. Да, ребята, повышение. И что, мы получаем 2 звезды или нет? Отличная работа. Чемпиону максимального уровня можно повысить ранг. Повышение ранга улучшает показатели чемпиона. Так, ну это понятно. Ага, базовый катализатор 1-й категории. У меня 3 штуки есть. Или 3 штуки нужно? Нет, по-моему, есть. Хе-хе, ранг 2, ребята. Ё-моё. Так, 5 дает, да? 5 уровней сразу. Угу. Слушайте, представляете, да, я вот так вот вкладываюсь, а потом бац, и мне Спайдермен 4-звездочный выпадает. И я буду кусать локти, блин, о том, что я столько влил кристаллов впустую. Так, да, ну давайте хотя бы востребуем, ё-моё. Тут, конечно, нужно еще с этим делом, ребята, разбираться досконально. Но, согласитесь, вам будет это не очень интересно, когда я тут буду каждую фигнюльку читать, рыскать, разбираться, переходить, потом обратно возвращаться. У нас получится не игра, а какой-то сумбур, честно говоря. Поэтому мы играем сейчас с вами просто. Потом я буду отдельно уже разбираться в этом. Ну, как говорится, не снимая ничего, сам буду играть. И уже в дальнейшем, если что-то буду хорошенького такого находить, и уже буду при встречных видосах рассказывать, показывать, объяснять. Для таких же людей, как я, которые только начали играть и, например, не могут разобраться в ней, что к чему и почему. Так, поехали. Капитан Америка, ты труп. Так, ты смотри, а. Борзота какая-то. Зачем тебе щит? Ты вот не скажи, если ты даже не можешь его метнуть в меня. Так, у нас почему-то усталость какая-то копится. На, гад! Все, лежит и отдыхает. Награда дешевенькая. Пора бы уже нам с вами получать солидную награду. Так, а вот сюда я могу перейти, а? Для прохождения через врата требуется чемпион мистика. А у меня, походу, нет таких сейчас, да, чемпионов мистики. Да, ребята, не получится у меня, по ходу дела. Давайте тогда выбирать, наверное, другой путь. Не хотелось бы, конечно. Блин, там золотой сундук лежит. Ай, ну фиг с ним, ребят. Так, что такое? Сообщение. Адаптоиды будут устраивать вам засады в разных местах мира в битвы. Боюсь, что с этим ничего не поделать. Но за каждую победу тебе полагается награда. Режим атаки активирован. Идиот, опять он мне достал, а? Режим атаки, противник обнаружен. И еще что-нибудь. Сейчас эти ряху-то размажу, ё-моё. Блин, как же я хочу, чтобы эта глава как можно быстрее закончилась. Она меня раздражает только лишь из-за того, что здесь у нас одни адаптоиды. Я лично люблю драться с супергероями, а не с этими олухами. Так, заодно, как говорится, когда играешь с супергероями,
Ты смотришь на новеньких каких-то, видишь, суперудары у них. А это что-то, кусок мяса какого-то бесхребетного. Так, долго нам еще интересно проходить? По-моему, все, ребята, да. Нас осталось здесь завалить только лишь Халка. Я думаю, справимся без проблем. Хе-хе, Халк. Сейчас опять, наверное. Чемпионы ничто по сравнению с Халком. Халк сильнее всех. Халк крушить. Хе-хе. Конечно, Халк крушить. Ну что, ребята, давайте, наверное... Зверь его порвет, однозначно. Блин, носорог слабенький. Носорог здесь будет слабенький. Ну что ж, только кабель остается у нас. А почему его назвали кабель? Непонятно. Так, поехали. Вау. Ого. Неплохо начал, я смотрю, сосунок. Так, у него... Я не понял, у него что там? Так, сейчас, гад, я тебе... Вот так вот. Дегенерацию получи еще. Блестяще. Ну, что ты там прикрываешься? Ну, он потихоньку, ребят, тратит здоровье, смотрите, а? Все, что ли, закончилось? Так. Не-не-не-не-не. Не пробьешь ты меня, Халк. Однозвездочный. Слушайте, ну я представляю, если бы у него было бы 3 звезды, вот он бы мне, наверное, тут прижучил бы. Все, ребята, активирую. А ну-ка выкуси, Халк. Вот, ребята, у нас супер удар на 3 блока. Я его просто уничтожил. Испепелил этого Халка. Ну что же, мне понравился его супер мощный удар. Вот этот вот супер удар. Хотелось бы теперь посмотреть, какой будет у зверя. Так, ладно. Тут мы получаем всякие бонусы, плюшки. И вернуться к заданиям. Ну что, адаптоидов не прошли еще? Ребята, это еще очень долго. Ну что, давайте вот сюда мы перейдем. Да, я думаю, есть смысл. Глава 1, дикий. Сердце зверя. Хотя бы посмотрим. Вот, вот, ребята, вот здесь я могу поменять состав команды, а почему-то там не мог. Видимо, да, действительно. Так, кого взять-то? Магнита, может быть. И... Блин, и все, наверное, ребята. Оставим так. Слушайте, я надеюсь, не пожалею о том, что взял Магнита. Я им еще не играл, ребята, честно скажу. Не знаю, что он умеет, что он может. Поступает сообщение к нам и... Призыватель, рад, что ты получил наше сообщение. У нас тут мутант с цепи сорвался. Да, и непростое. Мы не знали, что он был в мире битвы, но у нас появилась информация, что Саблезубый вышел на охоту. Оу, и вот несколько мелких царапин, чтобы доказать, что он не шутки шутит. К счастью, усиленное чутье Логана позволило нам напасть на его след, так что мы можем его остановить. Хм. Ах, Руська, твое чутье бесценно. Не заставляй меня передумать, Креол. Короче, ребята, мы здесь охотимся за Саблезубом. Ячейки усиления. Эти ячейки усиления улучшают врагов. Нажми на значок улучшения, чтобы узнать больше. А где значок улучшения-то? Так, смотрите-ка, у нас здесь... Оу, довольно длинное древо. Так, мы, наверное, с вами пойдем поверху, я думаю, да? Посмотрите-ка, там враги покруче, да и как-то получше. Так, это кто у нас такой? Это у нас, по ходу дела, Халк, ребята. И Халк из фильма Тор. Помните, когда он там весь в доспехах-то был? Сейчас глянем. Так, да, ребята, Халк. Вот, точно. Они даже сюда его засунули. Замечательно, ребят. Мне нравится. Так, поехали. Ну, давай, быстрее, загрузка. Так, ну, Магнита, твой выход. Будем смотреть, что ты из себя представляешь. Так, пока ничего хорошего не вижу, если честно, ребят. Примитивные удары, причем довольно слабенькие. Так. Ага. Да, Магнита, отгребаешь, что ты по-черному. Ну, хоть что-нибудь. Так, у нас сейчас, ребята, суперудар накопился. Проверяем. И все? И все, что ты сделал, а? Магнита? Нет, я уже... Запретное извлечение. Чего? Чё за фигня-то? Не могу понять.
Чё ты вообще делаешь, Магнита? Ё-моё, ты хоть можешь что-нибудь-то путёво делать? Или только вот так вот свои ничтожные хиленькие ударчики делать, а? Раздражаешь ты меня, нет. Ребят, я его уберу нафиг, Ядрени Фенин. Бесит? Бесят меня вот такие вот никчемные герои в данный момент. Эй, стоит он, ну и что? А толку-то тебе? Ровно ноль. Ладно, давайте с вами двигаться дальше, пока я тут не разорвал кого-нибудь. Так, что у нас здесь? Ну? Почему не переходим-то? Так, во-во, поехали. Энергия иссякла. Попросить о помощи. Так, не, давайте мы, наверное, вот так вот сделаем, да. Нам нужна энергия, ребята. И кто это такой? Часовой? Я вот таких ребят, честно говоря, не помню. Супергероев каких-то часовых. Или, может быть, это просто чувак типа адаптоида? Что-то из этого ряда. Хотя, хрен узнает, может быть, в X-менах и был такой часовой. Только что он там, повелевает временем? Ты достал уже меня, а? Часовой, блин. Глянь на часы, тебе помирать, по-моему, пора. Все, отдохни маленько. Да, от зверюги я меньшего и не ожидал, просто-напросто. Вот это я понимаю, вот это чемпион, ё-моё. Так, двигаемся с вами дальше. Кто там у нас? Что это за девица такая? Так, сообщение. Рад, что мы все работаем вместе, но чего мы добьемся? В кристалл же мы его обратно не засунем. Хм, это тоже верно. Мы ослабим его, а затем поговорим. Даже с Кридом можно договориться. В мире битвы каждый сам не свой. Так, да и его звериная природа еще более усиливает его замешательство. Конечно же, у нас получится его урезонить. Так, кто у нас? Вы все тут такие уверенные стоите. Только вот Реми получил несколько ран, которые говорят об обратном. Кто ты такая, а? Ну-ка, Феникс. Феникс, это девушка управляет огнем? Наверное, так я могу понимать. Слушайте, Феникс я вроде бы где-то видел. Но вот где, не помню. Ладно, давайте посмотрим, что она из себя представляет. Да, девочка-зажигалка из обычных рядовых супергероев, которая тут же упала. Так. Конечно же, ребята, я сейчас над ними, над всеми смеюсь, потому что у них всего одна звезда, и я с ними справляюсь как с орешками. Но будь они посильнее, думаю, что я всплакнул бы уже не один раз. Так, и у нас тут это кто такой? Слушайте, я помню этого чувачка вроде бы в Дэдпуле он был, да, Колос? Да-да-да, по-моему, оттуда. Это русский, если не ошибаюсь, русский супергерой какой-то там. То ли он каменный, то ли стальной, что-то в этом роде. Ну ладно, поехали. Та-да-да-да-дам. Ну, стопудово кабель его завалит, ребята, потому что у нас все-таки три звезды, у нас обалденное преимущество перед ним. Но, тем не менее, смотрите, он довольно такой живучий паренек. Не зря русский Ванька вышел погулять. Да-да-да. Такие два супергероя. Ова-на, кабель или кабель против Колоса. Все, пора Колосу отдохнуть. Все, и он упал. И кабель, естественно, победитель. Как же без этого? Да, да, ребята, уровень повышен. У нас уже 8-й левел. Вот это хорошо. И, кстати, мы получили с вами мастерство. Надо его, естественно, обязательно потратить. Так, на атаки я не хочу, потому что нам пока этого хватает. Здесь, видимо, не знаю, нам нужна какая-то специальная колбочка. Где вот ее взять, пока ума не приложу. Так, а здесь у нас гибкость. Умственные упражнения позволяют твоим чемпионам уменьшать время действия от оглушения, да? Ну нафиг это. Так, ну что, давайте, наверное, на атаку на 1,6%. А здесь на 6%. Странно как-то здесь немножко все. Так, ребят, если кто знает, прошу написать мне, что лучше развивать. Как тут... Не пойму. Ладно, ребят, была не была, наобум. Я ведь думаю, что это можно будет все сбросить потом, да? Или нет? Так, польза атаки 2 у нас, на пользе 1 пока стоит улучшение. Ладно, давайте двигаться с вами дальше, смотреть, что у нас тут за олухи будут в дальнейшем. Но там я видел еще ракета будет впереди. Хотелось бы мне также посмотреть и Грута. Я надеюсь, он здесь будет у нас. Так, что такое? Я же выбрал. Где аптечки? Эй! Странно. Хм. Ага, вот. Че?
помощь. Роман. Один Роман просит. А как интересно мне запрашивать помощи, а? А, все, я понял, ребята, это, видимо, на энергию. Ну, когда у нас энергия заканчивается, мы просим помощи, и нам ее дают. Ну, если, конечно, нету камней, которые восстанавливают тебе эту энергию. Ух, вот намудрили. Ладно, ребятушки, давайте. И у нас тут вот она, кстати. Вот она, ребята, ракета. Хотелось бы мне посмотреть, что он из себя здесь представляет. Так, енот-ракета. У него сколько? Я так понимаю, одна звезда. 214 хпшек или атаки. Хрен знает, что это означает. Ума я пока не приложу. Но, тем не менее, будем драться. Ага, смотрите-ка, он в воздухе у нас. Так, отличненько. Ну-ка, оп-оп-оп-оп. Какой-то он мягенький, легенький. Фу. Вообще, да, я, честно говоря, даже не почувствовал, что я с кем-то дрался. Я просто хлопнул пару раз по щечкам кого-то, и он упал. Так, ладно. У нас, кстати, осталось-то тут шиш да не шиша, ребята. Это кто такой? Что за чувачок? Люк Кейдж. Чё-то я, честно говоря, не помню, кто такой Люк Кейдж. Ну, он, видимо, потом станет супергероем. А может быть, он уже супергерой. Но я пока не вижу в нем никакой силы. Может быть, то, что он сильный и здоровый, это и есть его супергеройская сила. Так, о, Налжбан берет, а ну-ка. Оу-оу-оу-оу. Понятно, ребята, это какой-то боксер, видимо. Так, ну что ты. Не пробить. Хороший боксер, ребят. Знает, когда встать в блок. На, выкуси. Да получи ты. Да, мы почему-то не можем ему повесить кровотечение, ребята. Ну ладно, его и так захоркали. Что же, двигаемся далее. Если я не ошибаюсь, у нас еще впереди один супергерой. И, по-моему, все, там мы уже. А нет, ребята, вот он, саблезубый-то. Так, поступает новое сообщение. И кто это у нас тут? Хм. И след заканчивается тут. Или он понял, что к чему, и теперь заметает следы. Говорит у нас Логан. Черт! Что ты предлагаешь сделать дальше, Логан? Для начала я предлагаю обернуться. Ха-ха. Раг, ты прям сильно умный, Логан. Хорошая попытка, щенок. Думал, я твоего не почувствую. Давай поставим его на место, призыватель. О, да, ребята. А ну попробуйте. Ну как пить дать, ребята? Сейчас попробую. У этого противника есть постоянные заряды, которые переходят из боя в бой на протяжении всего задания. Проведи вверх по ниже расположенному окну, чтобы узнать больше о способностях этого чемпиона. Так, знаете что, ребята? Как вверх-то? Чё-то не пойму. Для продолжения казнитесь... А, вот здесь, наверное. Ну и что? Ну, олух какой-то, постоянный заряд. Короче, бред. Я думаю, что мне это ничем не помешает. Его просто завалить. Порвать его как в тряпочку, елки-палки. У меня уже слов нет, ребят. Иссяк словарный запас на этих мутантах. Ну вы посмотрите, ну что это? Ну что этот, что этот щенок может мне сделать, а? Саблезубые. Беззубый, вот как его называть теперь надо. Ой, блин, удивили меня вот этим вот щенком, действительно. Так, ну, что нам дадут? Завершено, 56% исследовано. Так, это мы получаем с вами награды. А вот для чего нужны вот эти осколки, а? Кто знает? 100 штук. Их, наверное, можно потом... Ага, это осколок кристаллов. Собирай и используй их для получения новых особых кристаллов в окне кристаллов. Так, собери. Так, в наличии 1275. Ну, а как я их, например, объединить-то могу? Да и сколько нужно, чтобы сделать хоть один кристалл какой-нибудь? Ух! Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте, наверное, на этой ноте я и буду завершать этот видосик. Вам, конечно же, всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, то лайкаем, пишем в комментариях, помогаем старому дядюшке Рэю разобраться в этой игре, чтобы он не чувствовал себя каким-то ущербным. Так что, ребятушки, встретимся уже в новых сериях, надеюсь, очень и очень скоро. А на этом все. Всем пока и до скорого.